свободной. Здесь на этой площадке собрались политики, которым есть что сказать. Политики, которые всем сердцем болеют за судьбу нашей России и видят, что Россия на грани. Что, блядь, мы все, блядь, не русские, блядь, и националисты, блядь, хуй знает кто. Не скажи, чтобы вы убрали. Без провокации заранее туда прогласили Израиль. Открыто о том, что есть, и то, что нужно сделать срочно в стране, что предпринять в России. Юра Жужков сделал так для Стаса, Стас. Создать тем более для нерождения Руси, несмотря на то, что нас нравится, плохо видит, и плохо кормили, и все эти эмоции, годы, то, что пережила страна. Русские остались, русские живы, русские поднимаются, объединяются, и идут вперед. Остановить можно только, если сделать так, чтобы они не рождались, чтобы не появлялась молодежь, чтобы не появлялись новые силы. Ну что ж, оно и сделано. Здесь уже говорилось о том, что по всей России закрываются родильные дома. Закрываются родильные дома не только, вот было сказано, в Смоленске, в Ярославской области, и на севере закрываются. Бедная роженица вынуждена ехать на тысячи километров, лететь на самолете, чтобы родить. Проблема сложнейшая. Оказывается, это называется оптимизация. Оказывается, роды и родильные дома должны быть рентабельными, а они не рентабельны, не приносят какие-то прибыли. Это серьезнейшая проблема, которой надо заниматься, и кажется, ну что там родили дома, что там дети, ну что там женщины. Нет, это будущее, это то, что должно вырасти, подняться и подхватить наши дела и продолжить их. А может быть, сделать за нас то, что не успеем сделать мы. Та же самая тема с передачей наших детей на Кавказ. Ну что ж, матери, если не рожают, нет родителей, там может не будет. Все сироты на Кавказ там не разберутся. Весь интернет заполнен роликами, как режут русских, живых русских режут на глазах у детей. Это называется кавказской древней культурой, которой хотят научить наших детей. То есть сделать иначальными детьми, которые будут ненавидеть свой собственный родной русский народ, и когда вырастут, будут нас уничтожать. Или рабство, или на органы. Сенатор Сошин уже об этом говорили, в отставку. Чтобы у нас видел по полной программе эту инициативу. Чтобы женщины не мучились там, рожать нельзя. Орлы, пожалуйста. Мужчин в Чеченской войне перемололи, молодых парней, которые не успели создать семью, не успели родить детей, не успели оставить себе замену. Значит, теперь женщину в армию не осталось. Вот момента, не осталось прохода, не осталось ниши, где можно, казалось бы, прорваться и сказать «нет». Русские были, русские были. Вот здесь мы и собрались для этого, чтобы ты не позволил уничтожить нас. Мы поднимемся, и будет великая, большая, сильная, красивая мужская Россия. Наша, вот сейчас эта встреча продолжает руководитель Великой России, Андрей Николаевич Савельев.